Премьерный показ музыкальной канители «Дурь» состоялся на сцене Донецкой муздрамы. Это третья новинка 95-го юбилейного сезона, приурочена к году русской культуры в Донбассе и 200-летию со дня рождения русского поэта, прозаика и публициста Николая Некрасова. Спектакль получился, наверное, в лучших традициях нашего театра, когда это ярко, музыкально, зрелищно, динамично. Здесь мы немножечко похулиганили с автором, поскольку выбран был Некрасов. Дураки и дороги! Да дороги! А дороги-то? Дороги-то, говорят, в России такие, что... Вот что мужички говорят, повезут в город молоко, что? А привезут туда масло? Масло! Оно для молока-то, может, и хорошо, а для человека-то... Для человека-то каково? Над инсценировкой поработала Анна Анатольевна Цыбань, режиссер Василий Анатольевич Масли, звездный состав, не побоюсь этого слова. Раз, два, три, четыре, пять! И потянет танцевать! Бай, 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 бай! Бай, 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 бай! Громче музыка, играй! Бай, 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 бай! Хорошо, бай, бай, бай! Больше беду-беду-беду! Новый спектакль поставлен по пьесе «Осенняя скука», написанной в 40-х годах 19 века. Анна Цыбань бережно сохранила классический текст Николая Некрасова, но наполнила саму пьесу духом нашего времени и актуальными проблемами. Мне кажется, что, учитывая, что по мотивам пьесы «Осенняя скука», вот как раз мы знаем, как бороться со скукой, особенно мы это прочувствовали в период пандемии и сделали все наоборот, как говорится. Поэтому я думаю, что в преддверии новогодних праздников мы добавим еще немножечко приятных моментов нашим зрителям. Герои сюжета перенеслись на Брайтон-Бич, в русский ресторан Некрасов. И даже за границей на витражах, словно за окном, виднеется Кремль. На стенах висят разноцветные платки. Оркестр играет только отечественную музыку. А повар готовит только национальное блюдо. Я играл мальчика-стажера, родившегося и выросшего в Америке, собственно, со своими какими-то американизмами и так далее, что очень бесит главного героя, нашего хозяина, Сергея Сергеевича Лосухова. Вот. А, собственно, стажер, то есть неделю я там у них работаю, и вот он решил этого мальчика-стажера проверить. Пришлось ли мне перевоплощаться? Ну, не слишком. Не та чуть-чуть роль была. Ну, то есть я был с собой, но в некоторых, конечно, с некоторыми обстоятельствами. Играй! Давай. Я не умею. Не умею. Черт не русский. Да что он умеет это? Черт не русский, да? Что он умеет? Ложки быть умеет. Ложки, про ложках играть надо. Новый член нашего коллектива Михаил Танковит, мне кажется, он очень достойно справился, хотя я понимаю степень его переживания, поскольку только переступив порог театра, он сразу вышел на сцену и в достаточно серьезной работе, но учитывая, мы его предупреждали, что в нашем театре именно так и происходит, поэтому я думаю, что у него будет такое хорошее боевое крещение. Это для меня была первая такая роль подобного рода. Вот, поэтому она мне показалась даже сложнее из-за этого. То есть, когда ты в одной персонаж, у тебя уже есть какие-то вещи, которые тебя ждут, которые в тебе видят. Вот, когда ты разрабатываешь персонажа с нуля, то, конечно, это совсем другое дело. Это все рождается из тебя. Ну, режиссер, конечно, подает, и из тебя тоже очень много, особенно в нашем спектакле. Впервые на сцене муздрамы звучит шансон, и не только. Песни Любови Успенской, Вилли Токарева и других. А живой оркестр и виртуозные хореографические композиции создают ощущение того, что вас пригласили в колоритный ресторан на Брайтон-Бич, хозяин которого свой парень, а не какой-нибудь там американец. Oh,
кажется, этот спектакль для того, чтобы отдохнуть. В первую очередь, зрителю не стоит слишком готовиться к тому, чтобы, так сказать, куда-то углубляться, куда-то вдумываться. Нет, не стоит. Он для того, чтобы отдохнуть, развлечься под Новый год, получить, ну, уже после Нового года будет следующие постановки, просто получить в это время праздничное и веселое, хорошее настроение.